По мнению Егора Кудашова, залог успеха футбольной команды «Дюшекар-2006» на зимнем турнире в Кстове – это не только умение слушать тренера в период подготовки к соревнованиям. Как утверждает спортсмен, главное на поле – показать себя командой. Это командная игра, потому что если у одного не получается, поможет второй. А индивидуально это играет только один игрок, и там многого не получится. Результатами на турнире в Кстове Егор доволен. Его команда не потерпела ни одного поражения и абсолютно заслуженно забрала себе золотые медали. Несмотря на то, что Егор занимает позицию нападающего и реализует немало острых моментов на поле, центральным игроком команды он себя не считает. По моему мнению, это и вратарь, и нападающий, так как вратарь – это полкоманды, а нападающий должен реализовывать свои моменты. Своими подопечными тренер команды Алексей Серебров гордится. Под его началом ребята стали лучшими среди 20 команд. В финале турнира они смогли нанести 2 поражения соперникам и 2 игры свести в ничью. Все это дало возможность по очкам оказаться на первом месте. Первая задача стояла подготовиться к летнему сезону, но все-таки вторая задача, еще если окунуться в историю, 2 года назад по этому же возрасту мы там тоже стали чемпионами. И поэтому любое другое место для нас было как шаг назад. Еще одним показателем успеха нашей команды стало приглашение 3 игроков на сборы на базу «Изумрудные» для подготовки к очень престижному турниру Emerald Cup, который пройдет там же с 17 по 21 апреля. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.